потом раскачиваем себя вперед и назад. Вперед и назад. 3, 2 и 1. Остались самые больные точки. Расслабляемся, дышим. Заводим за левое бедро, ручки выводим в стороны, снимаем вперед и на выдох. Добрый день, дорогие друзья, меня зовут Зуева Наталья. Мы сейчас с вами проработаем ваши грушевидные мышцы, также внутреннюю поверхность бедра и переднюю поверхность нашего бедра. Мы плавно опускаемся с ровной спинкой вниз. Ножки выводим на среднюю часть по растяжке. 4. Слегка покачиваясь вперед и назад, мы раскачиваем бедро и увеличиваем мобильность тазобедренного сустава. 3, 2 и 1. Остались с весом на пятках. Стоим. 4, 3. На выдох мы опускаем плавно ваши бедра все ниже и ниже. 3, 2, 1. Теперь мы раскрываемся и разворачиваемся в правую сторону. И мы плавно опускаемся корпусом вниз. И возвращаемся наверх. 3, 2 и 1. Смена ноги. 3, 2 и наверх. Выходим в нейтраль, в ровное положение. Ваши колени касаются пола, ступни мы выводим по сторонам. И корпусом раскачиваем себя вперед и назад. Вперед и назад. 4. Выдох. 3. Выдох. 2 и 1. Опускаемся предплечьями вниз на коврик. Тазом стремимся как можно ниже и назад. Выдох. 4, 3, 2 и 1. Смыкаем ваши ступни в центр. И растяжение бедра становится еще сильнее. Выравниваем спину, грудное отдел. И опускаемся тазобедренным суставом как можно ниже. Плечи опущены, макушка вырастает наверх. 4. Дышим. 3. Глубокий вдох и выдох. 2 и 1. Переносим вес тела больше к правому коленному суставу. Теперь к левому. Фиксируемся в этом положении и слегка покачиваемся на 4 счета. 4, 3, 2, 1. Правую ногу мы оставляем в этом положении, а левую мы выпрямляем. Хорошо, ставим на пяточку и также покачиваясь, тазобедренный сустав отводим назад. 3, дышим. 2 и 1, смена. Сгибаем левую, правую выпрямляем. И то же самое. 4, тянем бедро. 3. Чувствуем растяжение по внутренней поверхности бедра. И 1. Отлично. Хорошо. Собираем коленные суставы вместе и растягиваем себя корпусом. Растягиваем мышцы спины. Опускаем голову вниз. 3, 2, 1. Отлично. Вырастаем наверх. И сейчас нам понадобится с вами ролл. Мы его берем. Ставим перед собой. Правую ногу выпрямляем, а левая слегка на сгибе. И раскатываем переднюю поверхность бедра. От коленного сустава до тазобедренного. При этом не заходим на суставные части. Выдох. Вдох. Выдох. Чтобы разнообразить нагрузку, вам нужно проработать вправо и влево вашу ступню. 3, 2 и 1. Для усложнения задачи мы сгибаем с вами коленный сустав и прорабатываем то же самое. 4, 3, 2 и 1. Смена ноги. Дышим. Сгибаем коленный сустав. 4, 3,
два и один. Если вам этого мало, мы ставим вторую ножку и прокатываем с самого начала уже две ноги. Напоминаю, что мы не заходим на коленный сустав. Три, два и один. Остались на самой больной точке, зафиксировались. Четыре, три, два и один. Опускаем ровно тазобедренный сустав и всем корпусом мы касаемся пола, расслабляем свои мышцы спины. Пару секунд побудем в этом положении, расслабим поясничное отдел и грудное. Дышим глубоко, ровно, дыхание открыто и спокойно. Два. Три, два и один. Теперь мы разворачиваемся с вами на боковую поверхность бедра и начинаем прокатывать то же самое. Четыре, три, два и один. Теперь мы ставим вперед перед собой левую ногу, а правую оставляем на роли. Три, два и один. Остались самые больные точки, расслабляемся, дышим. Три, два и один. Смена ноги. Переворачиваемся. Все то же самое на другую сторону. Прокатываем. Четыре. Три. Два. И остались на самой больной точке. Дышим. Четыре. Три. Два и один. Плавно переворачиваемся на тазобедренный сустав и оставляем ролл на седалищных буграх. Четыре. Привыкаем. Три. Два и один. Сгибаем с вами правую ногу, ставим правую ступню на переднюю поверхность бедра левой ноги. И начинаем аккуратно прокатывать себя по седалищному грушевидной мышце. Три. Два. И один. Теперь мы раскрываем колено и снова закрываем. Раскрываем и закрываем. И смена ноги. Теперь мы сгибаем левую ступню. И прокатываем себя. Дышим. И последний раз выпрямляем оба коленных сустава и плавно наклоняемся с вами вниз к носкам с круглой спиной. Четыре, три, два, один. И плавно вырастаем. Колени сгибаем наверх. И последний раз. Теперь мы с вами выпрямляем правый коленный сустав, а левый оставляем на сгибе. Наклоняемся с круглой спиной. Три, два, один. Смена ноги. Все то же самое. Четыре. Три, два и один. Снова оба выпрямляем коленных суставы. Три, два и один. И плавно уходим на раскатку задней поверхности бедра. Начинаем от коленного сустава до седалищных бугров. Восемь. Плавно опускаемся вниз и закрываем себя снова ладошками. Все тело расслаблено, спина круглая. Дышим. Три, два и один. Плавно убираем ролл на голени. И начинаем прокатывать себя по голеностопам. Три, два и один. Остались самые больные точки. Таз можно опустить. И снова наклоняемся ладонями максимально к носкам. Вытягиваем мышцы спины и заднюю поверхность бедра. Три, два и один. Выпрямляем правую, сгибаем левую, ставим ступню в боковой поверхности, внутренней части, наклоняемся. Четыре, три, два и один. Убираем правую ногу и ставим ступню к ступне. Наклоняемся всем корпусом вниз. Растягиваем полностью внутреннюю поверхность бедра, опуская коленные суставы как можно ниже. Выпрямляемся, опускаемся вниз и вытягиваемся полностью ладонями и носками
в разные стороны. 4, 3, 2, 1. Сгибаем правый коленный сустав, заводим за левое бедро. Ручки выводим по сторонам. Если дополнительная нагрузка вам нужна, мы сгибаем еще левую ногу в коленном суставе. Взгляд направляем за колено. 3, 2 и 1. Смена положения. Выпрямляем обе ноги. Выравниваемся в нейтраль. Прибавим коленный сустав в левой ноге. Ладонь, ладонь. Взгляд и сгибаем правый коленный сустав. 4. Дышим. 3. 2. И 1. Смыкаем в коленном суставе, в голеностопе. Переводим к центру. Раскрываем тазобедренный сустав и опускаем коленные суставы как можно ниже с помощью ваших ладоней. И 1. Смыкаем коленные суставы и подводим к грудному отделу. И слегка покачиваясь, мы плавно поднимаемся вверх. Мы сгибаем коленный сустав правый и подводим ступню правой ноги к плечу левой руки. Разноименная работа. Круглая спина для снятия напряжения с поясничного отдела. Выдох. Поменялись. Все то же самое на другую ногу. И выпрямляем. Ножки максимально широко перед собой. Мы снова берем с вами ролл и наклоняемся всем корпусом к роллу. 3. Вы чувствуете растяжение по задней поверхности бедра. 2. И 1. Вес тела переносим к правому бедру. Выдох. 3. 2. И 1. Теперь мы ставим перед собой ролл. И плавно ладонями выводя вперед, мы раскатываем с вами ролл. Вперед. И возвращаемся в исходное на выдох. Снова вперед. И на выдох. Снова вперед. И на выдох, наверх. И последний, третий. С максимальной амплитудой мы опускаемся все ниже и ниже. И наверх. Выравниваемся. А теперь ладонь правой руки, ладонь левой. Мы наклоняемся вниз. И наверх, обнимая себя, растягиваем плечевой пояс. Снова вниз. И наверх. И последний, третий, еще сильнее опустились вниз. Постараемся коснуться головой пола и подняться наверх. Обняли себя, опускаем плечевой пояс, шею. 4, 3, 2, 1. Теперь мы раскрываемся грудным отделом. Наклоняемся вправо и влево. Наклоняемся вправо и влево. Последний раз. Хорошо, остались в этом положении. Дышим 3, выравниваем плечи, опускаем лопатки 2 и 1. Хорошо, убираем руку, смыкаем наши ступни и наклоняемся ниже. 3, 2 и 1. Теперь правую пятку вы ставите на носок левой. Наклоняйте максимально носочек правой ноги на себя, чтобы прочувствовать растяжение по икроножному сухожилию. Поменяли. Левую пятку мы ставим на носок правой ноги, носочек на себя и наклоняемся. 3. Круглая спина. 2. И 1. Отлично. Вытягиваем носочки ваших ног вперед. Растягиваем камбаловидную мышцу для опоры. Ставим руки, плечи, лопатки опущены вниз. 3, 2 и 1. Теперь мы опускаемся и стараемся коснуться за середину ступни. Опуститься вниз. 4, 3, 2 и 1. Мы выполняем глубокий вдох. Выдох. Еще вдох. Выдох. И последний вдох. С растяжением грушевидной закончили. Можем сейчас плечевым поясом поработать.
Мы плавно опускаемся с вами всем корпусом вниз, ладони касаются пола, ножки пока на середине части, в общем, заново.